Так, и еще один шанс на аркаду. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Нет, какая-то дичь. Сколько? Сколько? Чего? 1000 рублей. Что это такое? Я не знаю, короче, чуваки. По-моему, вот этот сет стоит очень много денег. Всем привет, чуваки, это Топ Дота, это sgmlag.ru. Сейчас будем крутить какие-то кейсы, смотреть, что тут нового завезли на сайт и, конечно, что-то разыгрывать. Если что-то крутое выигрываем, то обязательно это отдаем зрителям. Не знаю, что мы здесь выберем сегодня, но можете заранее поставить Лукас, подписаться на канал и оставить какой-нибудь коммент. Именно такие у нас обычно условия, но не знаю, будет ли что-то, что можно будет разыграть. Так, я не знаю вообще, что здесь изменилось. Давайте вместе смотреть вот эти вот 4 сундука со скидками у нас идут, это, конечно, очень хорошо. Еще какие-то плашечки new, это, как я понимаю, тут дроп обновленный, потому что, по-моему, все эти сундуки уже были раньше. Так, надо еще, наверное, сказать, что можно здесь пополнять скинами, потому что я иногда этим занимаюсь, и если вы не шарите, то, конечно, такой лайфхак вам будет полезным. Так, ну и давайте уже сразу что-нибудь откроем, сразу куда-нибудь залетим, какой-нибудь экшен устроим, потому что надо что-то хорошее выбивать. Кейс стоит 179 рублей, не знаю, что здесь падает. Серьезно, помню, мне здесь когда-то дропалась аркана, поэтому по старой памяти, надеюсь, зайдет. Так, и выпадает нам какая-то дичь. Сколько она стоит? 90 рублей. Да, что-то не особо зашло. Давайте, не знаю, давайте сразу Golden Box, 300 рублей. Здесь тоже что-то хорошее когда-то дропалось, поэтому почему бы и нет. Прогрузочки за 299 крутим. Так. Не знаю, вообще тут какие-то шмотки непонятные. Я ни одну из них не знаю, кроме вот этих хот-башеров, которые почему-то обводятся. Так, это какая-то дичь. Да, 120 рублей. Что-то мы в минус пока уходим. Давайте еще раз, потому что башеры-то я хочу. Не, еще вот эта штука, знаю, 1000 стоит. И что? И вот эта, по-моему, еще дорогая. Я честно вот не шарю, что здесь... Хорошее, что не очень. Вот эта вот херня стоит рублей 200, да? Да, 250. Ну, хоть не в такой минус. Так, вообще без понятия, какие кейсы здесь окупаются, какие не очень. Надеюсь, что этот будет везучим. Ну, 89 рублей он стоит, конечно, не очень дорого. Не знаю, что здесь падает. Так. Ну, давай что-нибудь уже. Блин! Перелетел на какую-то херню за 50 рублей. А вот эта штука перед ней была дорогая, стоила рублей 600. Мне, если честно, хочется, чтобы мне упал сет на инвокера, который стоит 6000 рублей. Да, вот такой вот. Вот такой вот. Ух, хорош, 130. Вот такая вот инсайт инфа, да, мне хочется сет за 6000. Не знаю, кому его не хочется. Вот мне еще хочется открыть этот сундук. Стоит 900 рублей, мне кажется, что здесь по-любому должно падать что-то хорошее. Потому что 900 рублей, блин, тут не может упасть какая-то херня. Мне хочется контуза за 4 косаря, но вряд ли она, конечно, упадет. Так, контуза, ну давай, контуз. Что это за дичь, сколько она стоит? 600 рублей, ну охренеть. Казалось бы, 600 рублей крутяк, но типа нет, потому что кейс стоит 900. Ладно, давайте еще раз. Еще один раз открываю. Больше не буду. Не знаю, хочу контузу. ДК хук не нужен, он никогда не выпадает, мне кажется, никому. А вот контуза... Нет, что это за херня, сколько она стоит? 400 рублей. Господи, что за дичь? Не, вообще не везет никак. 1700 у меня, да, это не лаги? Нет, 1200, блин, 1200, я не знаю. Так, пока что мы что-то сосалити делаем. Давайте винтер... Вообще без понятия, мне кажется, винтербокс полная херня. Мне надо что-то подороже открывать, чтобы окупаться. Давайте аркана сет. Аркана сет, две штуки прям сразу крутанем. 341 рубль спустим. Если сейчас выпадает аркана, то, конечно, и есть что разыграть. И вроде как не лососнули тунца. Не, падает какая-то дичь. Не знаю, сколько она стоит. Но хоть второй сундук еще крутится, и есть какой-то шанс. Ну, давай что-нибудь хорошее. Что это за дичь? Что это за дичь? 200 рублей, блин, опять в минус ушли. Ну что это такое? Ну, ребята, надо плюсовать. Я вообще без понятия, как плюсовать, когда у тебя не получается. Ни разу еще не плюсанули нормально. Там было что-то такое, более-менее, но ничего прям такого хорошего не падало. Что-то маркан или, не знаю... Даже контуса. Не, падает вот какая-то херня, которая стоит рублей 30, наверное. Я вот не знаю, сколько этот сет на виномантера стоит, но я бы за него даже 30-ку не отдал. Так, и еще один шанс на аркаду. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Нет, какая-то дичь. Сколько? Сколько? Чего? 1000 рублей. Что это такое? Я не знаю, короче, чуваки. По-моему, вот этот сет стоит очень много денег. A lot of money.
Поэтому давайте, не знаю, давайте сейчас посмотрим, сколько он стоит, ну, чтобы не быть голословным. Сколько стоит этот сет? Да, мы, короче, не узнаем. Давайте, а, вот, 60, а этот 1000. Ну, в общем, чуваки, давайте набираем 1000 лайков и разыгрываем сет за 1000 рублей. Участие, чтобы принять участие, я уже говорил, типа лайк, коммент и подписка. Чё-то я уже заговариваться начал, ну блин. Ну, в общем, 1000 лайков, разыгрываем этот охренительный сет, через неделю будут итоги, если 1000 лайков наберется. Ну, ВКонтакте у меня, как обычно. Блин, ну нормально, только что открыли, мне уже нравится. Мы окупаемся, пошла жара. Не зря зашли. 1000 рублей — это хорошо, хотя я думал, что это опять какая-то херня. Мне вот все, что не аркана в этом сундуке, все кажется какая-то херня. А вот эта вот, кстати, штука не такая уж дешевая, стоит рублей 200, насколько я помню. Это уже в плюс один из сундуков. Так, и второй, ну, ты не дожал, 340, ну, в ноль крутанули, такое себе. Давайте еще крутим, открыть снова. Мы не сдаемся. Так, опять два раза. Мне просто этот сундук Вэри нравится, не знаю, потому что, мне кажется, здесь шанс на аркану большие. Не знаю, почему мне так кажется, я же 1000 раз открыл, ни разу не выпало, ну, за сегодня. Так, а вот эта, кстати, штука хорошая. Это можно и забрать, я думаю. Она, по-моему, стоит рублей 300 или 400, но, блин, 300-400 рублей, это, извините, не дурно. О, 690, лол. Не, давайте продадим и сейчас экстра крутанем. Ну, мы такие лайфхакеры чисто. Поднимаемся с грязи в князи. С дешевых сундучков на дорогие. Так, подожди, сколько у нас бабок? 1100 рублей, ну нормально. Сейчас откроем вот это, потом еще что-нибудь. Не, сейчас тут контузу заберем. Так, контуса. О, все, я думал, залагало. Контуса, погнали. Контуса в карман летит. Или хотя бы хекс вот этот охрененный на фуриона. Я аж катку скатать поеду. Да блин, опять эта херня за 600 рублей, вы чего? Какого? За что вы так со мной? sgmlag.ru. И сколько у меня денег осталось? 700 рублей, да? Да, 800. Ну ладно, давайте еще аркана сет. Мы просто долбим два сундука по кдшке. Я не знаю, почему у меня такая стратегия замечательная, но мне кажется, она работает. Потому что что-то хорошее нам уже дропалось. Так, и... Что это за дичь? Сколько она стоит? В комменты, пожалуйста. Я перенесусь во времени, прочитаю и ничего не сделаю. Так, ну, что ж так долго? Аркана, 2. Нет. И что, 420, ну нормально. Вот этот сет, походу, заролял, потому что на Баланара вообще херню какую-то стоит. Господи, меня его рот смущает. Ну быстрее, продавайся, не хочу на это смотреть. Ну открывай. Фух, закрыли. Так. Мне все-таки хочется выбить аркану. Я не хочу уходить с этого сайта, пока я не заберу аркану. Вот серьезно, пока аркану не заберу, я не хочу никуда уходить. Ну вы что, отпустите меня, ну ребята. Ну Tempest of the что-то там, Tempest Helm. Ну что ж пролетают, сколько это стоит? Сколько? 960 рублей. Чего? Забрать. Нормально, давайте еще открываем. Я не знаю, что здесь сколько стоит, но что-то 960 мы, по-моему, уже на 2 косаря чисто позабирали, еще сейчас играем дальше. Ну нормально, окупаемся потихоньку. Так, ну, чуть-чуть, еще бы чуть-чуть и косарь бы, сет за косарь выпал, но нет, перевалило. Так, и сейчас что-то хорошее, ну, аркана, Fiery Soul of the Slayer, suck my dick, lick my, ладно, не отчаиваемся, ребята, открываем снова. Мне в принципе не хочется другие сундуки открывать, потому что этот просто божественный. Ну, мне так кажется, не знаю. Может быть, я просто везучий сукин сын, а вам так вести не будет. А может и наоборот. Кто знает. Но вот сейчас выпала какая-то лютая херня вообще. По крайней мере, внешний вид у него, ну, явно не 10 из 10. Разве что 10 рублей из 10 рублей. Ну и что это за херня? И сколько? 280. Ну, ой, вот. Я ждал столько времени, чтобы уйти в минус 60 рублей, но что-то мне это не нравится. Так, давайте еще разок. У меня там денег хоть хватает. Я без понятия, сколько у меня бабок осталось. Серьезно, прям вообще хз. Но точно знаю, что есть крутые сеты в рукаве остались за 2000. Так, что? Сколько? И арканы. Сейчас, пожалуйста, аркану забираю. Ну, уже, давайте. Что-нибудь. На Манки Кинга мне. Чё это за херня? Это не на Манки Кинга, чуваки. Ладно. Не всегда же нам выигрывать. Но хоть когда-то все-таки хотелось бы. Открыть? Хватает денег? Не хватает денег, походу. Не хватает денег, 179 рублей осталось.
Это что мне? Как раз просто вровень, посмотрите, сколько у меня бабок. Ну что, ребят, погнали? На все деньги катаем, как говорится. Вообще хз, что сейчас выпадет? Но у меня еще есть СГМ, и сейчас мне еще хватит на один сундук. Короче, грабим по полной. Насколько бабок хватит, столько и грабим. Ну вот, настолько хватило, чуваки. Походу, надо было вовремя остановиться. Как всегда, вот эта вот отмазочка, да? Ай, боже. Ладно, СГМ еще есть, так что нормально. Может быть, сейчас что-нибудь прилетит хорошее. Ну же, давайте, хорошее что-нибудь. Хорош, 400 рублей, по-моему, стоит. 600! Лол! Ну, ребята, мне кажется, хорошо поиграли сегодня. Сет за косарик я разыгрываю. Три сета я забираю себе, которые я хз, кстати, так, профиль. Хз, поскольку они стоят, но, блин, поскольку-то они стоят. Это сколько стоит? 900 рублей? 60. Блин, ну вот это вот совсем не радует. Зачем мне сет за 60 рублей? Давайте его продадим и что-нибудь еще крутанем. Я не хочу его даже выводить, мне стыдно. Походу, надо было забирать сет за 60 рублей. Потому что мы выиграли 25. Продать, открыть снова. Хочу еще. По-моему, я слишком азартный человек, или мне кажется. Хорошо, что я не все свои деньги залил, а то сейчас бы тут сидел всю ночь крутил. Так, 49 рублей. Выпадает интер... Ну, спасибо. Замечательный выбор. Я вообще-то хотел экстру за 900, чтобы все было красиво, по красоте. Я вообще не знаю, зачем мне интерфейс, я его в любом случае продам, даже если он стоит 3 рубля. Вот нахер он нужен. Ладно, последний сундук, ребята, что бы там ни было, вообще без понятия, что сейчас выпадет, не выпадет. Просто последний сундук и сваливаем отсюда, потому что слишком затягивается уже ролик, вы уже, никто этого не слышит, все уже выключили, никто не смотрит. Так, сетбокс, начало хорошее, а теперь еще хороший сет мне, пожалуйста, можно наколдовать? Ну, за 70 рублей. Спасибо большое, забираем. Ну все, ребята, набираем 1000 лукасов. Если набираем, то все будет хорошо, и я разыграю этот сет через неделю на своей ВК-странице. Среди тех, кто оставил комментарий, подписался на канал и поставил лайк, господи, сколько раз повторять уже, язык болит. Все, до скорых встреч, скоро увидимся, завтра будет новый ролик, послезавтра, надеюсь, тоже, и все будет хорошо. Всем пока.